Переходим от приложений к банковским карточкам. Сейчас у нас будет выступать Александр Сотников, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь. Встречаем. Все, появилось, да. Еще раз здравствуйте, коллеги. Ну, смотрите, я расскажу. Ага, появилось и исчезло, понял. Я еще ничего не нажимал. О, значит, смотрите, я очень кратко расскажу вам о том, что такое рынок банковских платежных карточек Республики Беларусь, да. Значит, ну, вы видите на слайде небольшую статистику, я не буду сильно много и долго на этом останавливаться, но тем не менее, да, то есть, последняя у нас отчетная дата – это третий квартал 2016 года. Вы видите, что, в принципе, по ряду показателей у нас идет здесь эмиссионных, ну, по всем практически идет рост, да. Значит, у нас сейчас на рынке три платежные системы эмитентские – это Белкарт, Мастеркард и Виза, да, то есть это те, кто эмитирует карты под этими брендами. У ППС Сбербанка была попытка наладить эмиссию American Express, но, вот, к сожалению, они до сих пор этот продукт на рынок не вывели. И у нас, кроме этих трех платежных систем, они же и эквайерские, да, то есть карточки этих платежных систем принимаются в торговле, обслуживаются в банкоматах. Кроме того, у нас еще некоторые банки принимают China Union Pay в своей банкоматной сети и в сети организации торговли и сервиса. Вот. В этом году было заключено соглашение о намерениях между Белинвестбанком и JCB, это Japan Credit Bureau, японская карточная система, да, и они в середине следующего года планируют начать эквайринг. Я знаю, что ряд белорусских банков ведет сейчас переговоры о начале эквайринга карточек российской платежной системы МИР. Ну, вот если обратить внимание, то, в принципе, вы можете заметить, что эмиссионный рынок у нас, в общем, разбит между двумя главными игроками, Белкарт и Виза, и Мастеркард, он находится в несколько более маргинальной позиции. Я должен сказать, что Мастеркард очень долго находился в позиции падающего графика. Да? Вот они принимают очень серьезные усилия сейчас на рынке. Я думаю, что вы обращаете внимание и на их маркетинговые активности. И вот первый год за последние очень большое количество лет у них есть положительная динамика. Да, то есть они потихонечку начинают обратно отвоевывать рынок, несмотря на то, что они первыми пришли в свое время на рынок банковских платежных карточек, и некоторое время они были, в общем, де-факто практически монополистами с точки зрения эмиссии. Ну, вы видите, что есть у нас такой карточный продукт Cabagent Белкарт Маэстро, он развивается, но развивается, наверное, все-таки не совсем теми темпами, которые хотелось бы, но тем не менее он есть. Значит, вот информация о структуре карточек с точки зрения их носителей, да, мы видим, что потихоньку, ну, медленно, наверное, карточки с магнитной полосой умирают, и на смену им приходят чипованные карты, да. Я чуть позже остановлюсь на методологических и нормативных аспектах вот этого всего процесса, но хотелось бы обратить внимание на последнюю строчку, там, где бесконтактные карты, вы видите, что несмотря на полное отсутствие какой-либо регуляторики и каких-либо рекомендаций Национального банка, бесконтактные карты достаточно с хорошей динамикой начинают завоевывать рынок. Это на самом деле радует. Значит, это наша эквайринговая инфраструктура. Хотелось бы обратить внимание на банкоматную сеть инфокиосков. Значит, что мы видим на протяжении последних нескольких лет? Да, ну, вот этого года. Мы видим уменьшение количества банкоматов и уменьшение количества инфокиосков. Это естественный процесс. Значит, я хочу обратить внимание, регулятор никоим образом вообще к этому никакого отношения не имеет. Он никого не заставлял не ставить банкоматы, никого не заставлял не ставить инфокиоски. Банки сами оптимизируют свои инфраструктурные сети. В нашем понимании это происходит, ну, в первую очередь за счет того, что происходит закрытие и, ну, некая миграция такая банкоматов из зарплатных проектов. Я думаю, что многие знают, что первые банкоматы были установлены в рамках зарплатных проектов практически на территориях предприятий, либо в близлежащих территориях. И банкоматная сеть у нас, в принципе, достаточно насыщена. Банки ее оптимизируют и не увеличивают. Инфокиоски падают на рынке уже достаточно давно. Их количество сокращается. Это связано с разными причинами.
В первую очередь это связано с развитием дистанционных каналов банковского обслуживания. Потребность в киосках уже не такая серьезная, как в тот момент, когда они только выводились на рынок, когда не было практически ни у кого ни интернет-банкинга, ни мобильных банкингов. Да? Сейчас они, это уже такой, ну, как можно сказать, в моем личном понимании некий такой, ну, архаичный метод взаимоотношения с банками с точки зрения осуществления коммунальных и иных безналичных платежей. Обращаю внимание на долю оборудования, которое принимает карточки чипованные и бесконтактные карты. Да? 18% всей терминальной сети в торговле принимают бесконтактные карты, ну и почти 90% банкоматы и посттерминалы в торговле, и инфокиоски значительно меньше. Вот этот уровень 17-18% держится уже достаточно давно. Ну, связано это с тем, что отсутствует регуляторика, отсутствовала какая-либо регуляторика, которая требовала прием чиповых карт такого рода устройств. Я внизу специально написал долю МПОС. МПОС — это мобильные терминалы, которые на сленге называются втычками, да, вот такие вот. То, что Welcome в том числе продает вместе с Приорбанком. Ну и, собственно говоря, уже сейчас большое количество банков и их партнеров предлагают такого рода обслуживание, такого рода устройства. Почти 20% — это достаточно серьезно, и нужно сказать, что, в принципе, рост в этом году и отчасти в прошлом году, рост количества терминального оборудования, установленного в нашей стране, он был во многом, так сказать, спровоцированным развитием МПОС. Хотя многие эксперты рынка предрекают смерть МПОС и говорят, что это, в принципе, тупиковое развитие, но, тем не менее, она развивается, и развивается не только на наших рынках. Вот так выглядят, ну, скажем так, некие относительные показатели. У нас 1,3 карточек на человека. Этот показатель держится уже несколько лет. Ну, по понятным причинам, так как у нас количество населения не успевает уменьшаться так же, как количество банкоматов. Вот у нас, соответственно, на одного человека, вернее, количество карточек на один банкомат растет. Соответствующим образом уменьшается количество карточек на один платежный терминал, потому что их становится, ну, банально больше платежных терминалов. Ну, я думаю, что многие, кто следят за рынком, да, они знают про магическую цифру 50% безналичного денежного оборота, которую должна была достичь наша страна к 1 января 2016 года, но по понятным, в общем, по объективным причинам эта цифра не была достигнута, хотя были сделаны очень серьезные усилия со стороны всех участников рынка. Вот. Но сейчас принята стратегия развития цифрового банкинга, в рамках которой одним из KPI является вот такой показатель. Но нужно сразу отметить, это показатель индикативный. То есть никто за невыполнение там, 40%, никто убивать, резать там, и предпринимать какие-то нехорошие действия других не будет. Это то, к чему, в общем-то, хочется, чтобы наша страна пришла. И Национальный банк вот сейчас, ну, скажем так, снижает некую такую нормативную регуляторную нагрузку. В нашем понимании уже регуляторики достаточно. И сейчас, учитывая некую инерционность рынка, доля признала, она будет расти естественным путем. Ну, при прочих равных условиях, безусловно. Вот так выглядят кривые всяких безналичных расчетов. Да? Нужно понимать, что когда мы говорим о сравнении разных стран, разных рынков с долей безнала, нужно понимать, что методология у всех разная. Многие страны, когда говорят о том, что у нас там доля безналичных расчетов такая-то, особенно если это заявляют международные платежные системы, они, как правило, считают долю безналичных расчетов в общем обороте по операциям с карточками. Это вот то, что здесь, собственно говоря, верхние две кривые количества, то есть 80% всех операций с карточками – это операции безналичные. Да? И почти там, 38% по обороту операций с карточками – это тоже операции безналичные. Но все мы понимаем, что кроме операций с карточками есть другие типы безналичных расчетов, да, другой, собственно говоря, база расчетная, значит, с наличными деньгами. И вот у нас в стране услуги и товары считаются отдельно. Значит, по информации, которую нам наш комитет по статистике предоставляет, порядка 29,3% всего оборота в стране проводится с использованием безналичных инструментов. Сюда попадают не только банковские платежные карточки, но и электронные деньги, сюда попадают платежные поручения.
Ну, это, в общем, достаточно неплохой показатель. Нужно понимать, вы видите, с какого дна в 2008 году мы поднялись, в общем, почти, не в 10 раз, 8 раз, да? Увеличилась эта доля, это достаточно серьезный показатель. И давайте быть объективными, на самом деле, подавляющее большинство жителей нашей страны не испытывают каких-то проблем с оплатой безналичным путем, карточками, в каких-то инфраструктурных единицах, в магазинах, еще где-нибудь. Да? Вот это последние наши регуляторные движения, после которых я думаю, что мы в общем, больше ничего предпринимать не будем. Есть 343-е постановление. Вот я попытался его в такую вот табличку свести. Значит, смотрите. Начнем с самого простого. Эмиссия карточек EMV. Да, по понятным причинам технологическая оснащенность и технологическая продвинутость международных платежных систем выше, чем платежная система. Поэтому, собственно говоря, существует некий дисбаланс по срокам. Значит, все карточки, вновь выпускаемые в нашей стране международных платежных систем, уже давно, с 1 июля 2015 года, должны быть чиповыми. Да, то есть чип и магнитная полоса. Но это, к сожалению, такой анахронизм международных платежных систем ввиду их глобальности. Да? То есть существуют еще рынки, я думаю, что многие из вас знают, тоже рынок Соединенных Штатов Америки, Юго-Восточной Азии, где еще недостаточное количество инфраструктурных элементов принимает чиповые. То есть сейчас все карточки международных платежных систем у нас имитируются с чипом. С билкартом ситуация значительно более сложная. А к 1 января 2017 года, вернее, с 1 января 2017 года, они тоже должны были бы имитировать карточки чиповые. Не будут. Не умеют вот пока, да, пока они не нашли решение, которое смогло бы, позволило бы выпустить, начать эмиссию карточек чиповыми. Одним из вариантов этого решения был, собственно говоря, Кабельдж. Да, Кабельдж Билкарт Маэстро выпускается, как правило, в подавляющем большинстве на чиповом карте. Поэтому Национальный банк перенесет на 2 года вот этот срок. Значит, внедрение технологии дополнительной аутентификации для эмитентов. По понятным причинам регулятор не может написать 3D Secure, потому что это, в принципе, как бы запатентованный международными платежными системами, насколько я помню, визой трейдмарк. Да? То есть речь идет о дополнительной аутентификации для проведения операции в сети интернет для эмитентов. То есть в соответствии с нашим постановлением, каждый банк с 1 января 2017 года обязан предоставить своим держателям возможность использовать 3D Secure. То есть это, 5 минут мне осталось, пропускаю тогда много. Значит, для эмитентов. Что касается дополнительной аутентификации для эквайеров, то эту обязанность мы возлагаем на банки эквайеры. То есть это уже не на выбор клиента, как в эмитентской части. Клиент может не использовать 3D Secure, может использовать. Банки эквайеры обязаны использовать 3D Secure, но в соответствии с правилами банка. Давайте вот здесь мы как-то будем более гибкими и будем понимать, что банки должны принимать решения на основании риск-ориентированных подходов и регулировать лимиты и жить с ними. Значит, что здесь еще из важного? С 1 января 2018 года все банки должны уметь осуществлять платежи P2P с использованием банковских платежных карточек межбанковские. Это очень важный момент. То есть внутри банка уже практически все умеют, с межбанковскими у нас достаточно серьезные проблемы. У нас есть также проблема с некоторыми нашими эмитентами, которые не позволяют своим карточкам получать доступ для проведения операций в сети интернет. Значит, в соответствии с нашим решением, с 1 января внутристрановые транзакции должны быть открыты для всех карточек. Ну, соответственно, понятно, если клиент выразит соответствующее желание. Да? И соответствующим образом интернет-эквайринг по всем картам банков резидентов тоже должны предоставлять банки-эквайринг. Слушайте, я на этом не буду, наверное, останавливаться. Единственное, что я обращу внимание на прием карточек с бесконтактных технологий. Да, с 1 января 2017 года вновь устанавливаемые платежные терминалы должны иметь бесконтактную функциональность. Старые дорабатывают свой срок до 1 января 2021 года, но новые все устанавливаются с бесконтактом. Это нужно очень четко понимать. То есть торговля не должна волноваться по поводу того, что у них старые терминалы, их надо с 1 января выкинуть. Отнюдь. Речь идет о вновь устанавливаемых вещах.
это я пропущу. Я покажу, как для юридических лиц меняется ситуация на СДПО, да, рынок систем дистанционного банковского обслуживания. Нужно понимать, что этот рынок для юридических лиц был самым первым среди систем банковского обслуживания. Да? Вот мы видим снижение доли банка-клиента, так называемых толстых клиентов, да, с установками, там, на, собственно говоря, на компьютерной технике, да, и миграция в сторону интернет-банкинга и мобильного банкинга. Рост мобильного банкинга для юридических лиц очень серьезен, и мы видим, что это общемировая практика. За этот год несколько, ну, крупных, не только крупных банков вывели на рынок такого рода продукта. Значит, у нас есть такой указ президента о развитии безналичных расчетов, который регламентирует предельную сумму расчетов наличными между физическими лицами и юридическими лицами. Это 100 баллов. Значит, нужно четко понимать, что это только взаимоотношения физиков с юриками, и они не распространяются на те платежи, которые физическое лицо проводит в пользу юридического лица путем внесения наличных денежных средств в кассу банков. Тоже важный момент. Ну, многие спрашивают, многие не понимают, ну, в общем, здесь, в моем понимании, все достаточно просто. Если вы в свою кассу больше 1000 базовых величин принять не можете. Про нулевую ответственность рассказывать не буду. Я думаю, что, в общем, мы ее ввели, банки были очень против. Очень против, категорически, да? Потому что мошенничество должно было зашкалить там, не знаю, за что, за все. Этого не произошло. Реально эта схема работает. И сейчас практически отсутствуют жалобы населения, людей в Национальный банк по вопросу невозврата сумм по мошенническим операциям. Ну, я уже, честно говоря, не помню, была ли в этом году хоть одна такая жалоба. Ну и просто, если и была, то это за редким исключением. Значит, кому надо устанавливать платежный терминал? Я вот так пролистну, там останется презентация, безусловно. Это постановление совместное с Амином и Нацбанком 924/16. Вот я вот так пощелкал, много кому, да? Вот там в том числе охотникам надо, там, да? Ну, вот еще хочу обратить внимание, автомобильным такси там надо, да? Значит, теперь когда надо? Вот сейчас осталась последняя дата. Последняя дата называется это всем. Вот всем, кто в этом перечне, с 1 июля 2017 года необходимо устанавливать платежный терминал. Вот вы видите там как стадийность, она на самом деле еще такая ретроспективная, но я решил ее не приводить. Количество используемых платежных терминалов должно быть равно количеству единиц кассового оборудования. Единственное, что есть здесь аспект, который в этом году мы отрегулировали вместе с сообществом индивидуальных предпринимателей, это вот так называемый мультиэквайринг, да? Когда один платежный терминал можно использовать для мультипосленной, для нескольких индивидуальных предпринимателей, которые находятся в рамках одного торгового объекта. Они могут даже находиться на разных этажах, но по просьбе или требованию клиента они могут принести там из другой точки этот платежный терминал. Это, безусловно, снизит некое давление на торговцев. Да? Еще очень важный момент, что не будут приниматься никакие репрессивные меры в случае, если у юридического лица, где, наверное, предпринимателя есть договор с банком, направлена заявка в банк, но вот там по каким-то причины бывают разные, она до сих пор не реализована. 2 месяца на это дается, для того, чтобы и банк, и юридическое лицо это урегулировали эти взаимоотношения. Значит, это регламент установки платежных терминалов, пропущу его. Вот сегодня мне уже задавали этот вопрос по поводу ерипов и чеков. Я так и назвал слайд «Ерипы и чеки». Значит, смотрите. Есть четкое разъяснение Национального банка, размещенное на нашем официальном сайте, о том, что все платежи, которые проведены вами в ЕРИПе, не требуют подтверждения какими-то бумажками. Никакими. То есть вы приходите к уважаемому товарищу, которому вы оплатили, и называете код платежа в ЕРИПе. Вы при проведении этой операции в карт-чеке формируете, который в любом случае получается при проведении, формируете этот код, вы говорите, вот код такой, все, не имеют права требовать от вас на какие-либо бумаги. Понятно, что требуют, понятно, что это общество инерционно, понятно, что я уже там 5 лет рассказывал о том, как я победил детский садик, и они меня полгода там насиловали, все женщины пытались меня изнасиловать в детском садике. В течение, значит, с периодичностью раз в 2 недели новое приходило, а вы опять не заплатили за детский садик. Подождите.
Я говорю, я точно знаю, что я заплатил. Дайте бумажку. Говорю, не дам. А наша бухгалтерия, я говорю, а у вас бухгалтерия в детском центре? Нету. Она находится в рандоме. Ух ты, ёлки, они сами этого на самом деле не знают. Но я просто к тому, что, безусловно, наверное, такие героические усилия проводить не всегда нужно и не всегда можно. Но, например, в ГАИ, наверное, я бы так не всегда стеснялся бы. Вряд ли я бы туда попал как добросовестный товарищ. Вот. Но на самом деле это очень четкая позиция, особенно это касается всех, но мы довели это до всех государственных органов, даже госорганы можно ломать вообще через камеру. Вот я вам серьезно говорю, потому что общество должно быть тоже несколько так гражданско активно. Да? То есть если есть такая позиция, это я понимаю, что одна минута. Значит, что еще? Вот я так назвал серию РИП, у нас есть 478 указ, который, в соответствии с которым все ГИП. Да? Делаю разъяснение. Если у вас не заключен договор с банком на прием платежей в вашу пользу, то есть вот нету вот этих трехсторонних взаимоотношений, да, вам не нужно вступать в ГИП. Если вам платят произвольными платежами, если там еще как-то через Белпочту вам платят, да, то есть у вас нету, то есть платят по каналам общедоступным, у вас нету специфических договорных отношений с кем-то на прием платежей в вашу пользу, вы не должны, можете, не должны подключаться к ГИП. Есть так называемое трехглавое письмо. Значит, есть постановление Совмина, которое требует обязательное для сейчас про интернет-магазин, я сейчас говорю, значит, обеспечение платежей с использованием одного из безналичных каналов обслуживания. Я не знаю, знаете вы его или не знаете, но если, в общем, смотрите, если кому-то надо будет, да, я вам не готов лично на e-mail просто выслать. Потому что, ситуация какая? Значит, если у вас подключен интернет-эквайринг в интернет-магазине, то у вас нет на данном этапе пока обязанности, то есть мы скажем так, все втроем приняли решение, что мы не будем от вас требовать подключения к лимиту. Да? Более того, если вы в процессе своей деятельности, взаимоотношения с покупателем, никаких физически с ним не контактируете и не продаете ему физически, да, там не привозите ничего, просто у вас все взаимоотношения идут на безналичной основе, вам не нужно устанавливать платежный терминал, вам достаточно интернет-эквайринга в принципе. Потому что многие интернет-магазины спрашивают, я продаю контент, нужен ли мне платежный терминал? Не нужен. Ну, если вы не продаете контент, там через флешку, я не знаю, по очень хитрому варианту. Буквально вот, Дима, буквально там, не могу не остановиться, да? Значит, о будущем карточек. Я думаю, что эта вещь такая очень нетривиальная, да? На самом деле, это, конечно, такие рекламные, что называется, слоганы, да? Но на самом деле вопрос ведь очень даже серьезный, да? Мы все прекрасно понимаем, что карточки жить осталось недолго. Сколько, никто не знает, да? Но достаточно недолго, потому что она начинает терять свои потребительские такие приоритеты для человека, потому что вот любой физический носитель, очевидно, имеет высокую, я не знал, как называется, сказать, потеряемость. Да? Я такой достаточно серьезный апологет биометрии, хотя понимаю, что сейчас, в данном этапе, сделать ее массовой очень сложно, потому что там есть серьезные проблемы, такие парадигмальные, они пока не решены, но будущее в любом случае за незаносимыми вещами, потому что носить еще что-то очень тяжело. Вот знаете, когда Google Glass я первый раз увидел, я человек, который там 30 лет проносил очки, я сказал, застрелюсь, не одену. 30 лет в очках, застрелюсь, я потом сделал просто операцию, успел по возрасту просто, да? А еще какую-то пальту носить, очень сложно. Хотя это вопрос, конечно, тех преференций, которые дают технологии. Если там будет все так классно и красиво, что я одену очки, значит, они меня победили. Сейчас потребители, если вы спросите у контакт-центров банков, да, спрашивают, у вас какая карточка? Классический ответ там красная, зеленая, там еще какая-нибудь с цветочками, да. Люди реально не понимают и не хотят понимать этих брендов, да, визы, там, билкарты. В лучшем случае они знают банк, это уже очень хорошо, потому что они не всегда звонят в тот банк, карточка которого у них есть на самом деле. Вот. Значит, мы понимаем, что сейчас идет сдвиг в мобилизацию, и люди будут платить телефонами. Мы сейчас это видим на примере и наших решений белорусских, у нас есть Host Card Emulation решение, Apple Pay, там Samsung, SoundPay и же с ними. Опять же, банально, но тем не менее, за телефоном я точно всегда возвращаюсь.
за кошельком нет. Ну и платить с собой, вот в той парадигме, о которой я говорил, однозначно. Посмотрите на карточку. Вот она абсолютно архаична. Вот все, что на ней есть, оно вообще не нужно. Вот у нас эмбассированные, то есть выдавленные те самые циферки, да? Это сделано для импринтеров. Кто помнит, что такое импринтер? Поднимите руку. Молодая аудитория собралась, ничего не скажешь. Да, но у нас есть этот банк, у которого еще есть импринтеры, они в таком резервном состоянии находятся где-то на всякий случай. Вот. Импринтерами реально уже практически нигде не пользуются. Да? А мы выдавливаем карточки, Ну вот, эмбассируем его, Понимая, что где-то будущих Папуа Гвинея, вы можете нарваться на импринтер. Ну как бы да, согласен, теоретически. В общем, вся эта информация не несет реально, она когда-то была сделана для того, чтобы в том числе решить вопросы, ну, некие безопасности, чтобы можно там было сличить. Вот вы же, я думаю, что приходите в магазин, да, в какой-нибудь, там написано, что только держатель карточки имеет право, там, значит, вот она проверяет подпись. Это все правильно, безусловно. Но смотрите, а если вы пришли с бесконтактной карточкой, никто ничего не понимает. А если карточка ноунейм, где написано картхолдер, да, многие банки сейчас выпускают ноунейм карточки, и не проверишь ничего. Ну, подпись вообще вещь хорошая, мы же все понимаем, что по подписи там как бы 100% идентификация, вопрос никаких нет, да? То есть, а это стоит все денег, очень серьезных денег. CVV-код указан прямо на карте, тоже очень удобно для всех. Я вот думаю, что Александр Евгеньевич подтвердит, что это для очень многих, так сказать, участников рынка, особенно с теневой стороны, очень удобная ситуация. Магнитная полоса вообще прекрасная вещь, да? То есть мы понимаем, мы рассказываем о чипизации, там, да? Направлены на безопасность, там, бла-бла-бла, да, международная платежная система, говорят, будьте здоровы, Валентин, говорят о том, что мы в Сомали недавно запустили вот только, значит, мастер-план. Вот они там еще вот работают по каких-то архаичных вещах, да, то есть глобализация, она, ну, как бы сказать, как любая осредняемая вещь, она, тех, кто находится выше, она все время тянет вниз, да, потому что, ну, зачем этот магнит? Она уже не нужна, в принципе, уже достаточно давно причем. Телефон клиентской поддержки – классная вещь, да, то есть вы карточку потеряли, а телефон клиентской поддержки написан на ней, тоже такая зачетная штука. Вот. Ну, я вот, понимаете, как часто тот, кто нашел, пытается воспользоваться теми тремя цифрами, вот, которые сзади написаны CVV2, и как бы решить проблему с балансом по-другому, да? То есть, ну, я к чему, что понятно, что срок действия карты, жизнь карточек, она заканчивается. То есть мы находимся на этапе такого легкого, нежного хосписа для карточных вещей, да, для карточек, как для носителя. Но технология, обратите внимание, вот Apple Pay и Samsung Pay построены на карточных технологиях, на карточных идеологиях, потому что уже есть инфраструктура, и для вот этих гигантов оказалось проще ничего самим не делать, продать по факту свое имя, вот, и зарабатывать там, ну, определенный комиссионный вознаграждение. У меня все, спасибо большое, я надеюсь на вопрос. Спасибо, Александр, за разъясняющее и очень такое эмоциональное выступление. Коллеги, у нас есть возможность, конечно. Да, добрый день, Александр. Будьте здоровы тоже, сейчас такое время. Вопрос такой, вот в связи с тем, что тенденция к платежу телефоном. Как вы думаете, ваш прогноз? Когда наши мобильные операторы начнут продавать свое имя, вот как там сам все-таки больше. Я не знал того мобильного оператора. Ну я боюсь, я не хочу. Я думаю, что никогда. Им сейчас ничего не мешает. Уже давно достаточно. Но вот из того, что я вижу и понимаю, у них нет уже заинтересованности выходу на финансовый рынок вот в том, ну, я могу ошибаться, мое личное мнение, потому что не мнение национального банка, да? Видимо, они не очень понимают, как они это будут делать, или, может быть, они посчитали и приняли решение, что на данном этапе своего развития, и, наверное, им это с экономической точки зрения не очень интересно. Вот, ну, сложно сказать. Но поэтому я считаю, что они уже не успеют. Могу ошибаться. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое еще раз, Александр.